Привет! Я знаю, что сейчас вы задаете вопрос, глядя на мой задний фон, ну когда же будет рум-тур женской комнаты, этой самой комнаты? И хочу сказать, что я уже сняла это видео, осталось только его смонтировать. Давненько я не снимала видео о своей косметике, и вот наконец-то я сижу перед камерой. Я очень рада этому событию, потому что все мои последние видео, они какие-то, либо там я влог снимаю, либо там что-то еще. Как-то я очень соскучилась по таким бьюти-видео. Думаю, что вы тоже соскучились, тем более у меня очень много интересных новинок, косметики. Так что давайте уже поскорее приступим. С удовольствием показываю вам самый стойкий продукт для бровей, в создании которого принимала участие Виктория Моисеева, моя любимая ковка The Cat. Он в себе соединяет два продукта, гель и помаду. Соответственно, его не нужно закреплять гелем. Реально, девчонки, я не обманываю, это супер стойкий продукт. Теперь я знаю, что брать с собой на море. И если я буду плавать, купаться, оно не сотрется. Помните, был такой прикол в интернете, типа придумали зонтики для бровей, что если вдруг дождь, чтобы брови не поплыли. Теперь я думаю, что они точно не поплывут с этим средством, потому что я проверила его на себе, даже мицеллярная вода на спонже не может стереть это средство. Это Sensation Cosmetic Brow Guru в оттенке Taupink. У меня, знаете, такой оливковый оттенок. Там же я взяла специальную кисть двустороннюю. С одной стороны скошенная кисть для нанесения этого продукта, а с другой стороны щеточка, которую прочесывает волоски. Девчонки, я специально не стала вскрывать эту банку заранее. Я хотела это сделать перед вами, как будто консервная банка. И открыть этот продукт можно при помощи открывашки. Как назло, я не могу найти сейчас открывашку, поэтому у меня просто обычный нож. И при помощи ножа я сейчас открою эту банку. Я не раз ходила в поход, поэтому я знаю, как открывать консервные банки ножом. Вот так я смогла ее открыть. Мило, да? Бумажки. Главное не порезаться. Аккуратненько их сейчас вытащу. Теперь в моей комнате грязно. Здесь бумажка. Милая. Такой, знаете, сверточек. Воу, инструкция. Жидкая фольга для глаз. Это Lime Crime. Мило очень. Вау, какие красивые оттенки. Я в шоке. И в инструкции написано, что нужно вначале их набрать на палец, на подушечку, и затем брызнуть на пальчик воду. И уже потом наносить их, и тогда будет тот самый эффект жидкой фольги. На самом деле сейчас на всех подиумах, на всех показах мелькают хайлайтеры, блестки на щеках, на глазах. Я заметила даже в Никсе, когда мы были на открытии в Москве, там все было в блестках, вплоть до волос. На брови наносят блестки, на волосы, на пряди наносят разноцветные блестки. В общем, сейчас блеск в моде. Быстро покажу вам продукты от фирмы Kiehl's. Я влюбилась в бренд Kiehl's, я влюбилась в их косметику. Очень жаль, что в Казахстане пока нет нигде этой продукции. Мое первое знакомство было с двумя масками, дневной и ночной, от которых я в полном восторге. Как раз когда я была в Москве, в торговом центре Атриум был магазинчик с косметикой Kiehl's, и я прошла там тест. Там был специалист, который проверил мою кожу. Вот та самая бумажка. И выяснилось, что у меня комбинированная кожа. Ну, конечно, я об этом знала, но тот момент, что у меня сухая кожа в зоне скул, я, конечно, об этом не знала. Мы сделали тест, и оказалось, что она у меня очень сухая в зоне скул. И мы подобрали мне уход за кожей лица. Давайте покажу вкратце, что мне подобрали. Это гель для умывания, мягкий, очищающий для всех типов кожи. Бесспиртовой увлажняющий тоник для всех типов кожи. Очень радует, что это косметика без ГМО, без парабенов, но натуральных компонентов. И один из любимейших моих продуктов – это эссенция для лица. В составе здесь липогидроксикислота и гиалуроновая кислота. Она напоминает мне японский уход. В Японии любят наносить на очищенную кожу эссенции, то есть вы наносите в ладони ее и затем уже распределяете по всему лицу. В составе этого средства 100% натуральные масла – это дневной пробуждающий концентрат. Прекрасная фиолетовая баночка. Это мультикорректирующая сыворотка для кожи вокруг глаз. А также у меня крем, который борется с признаками старения. Многофункциональный, восстанавливающий. Ночной восстанавливающий концентрат для лица. Это средство тоже для кожи вокруг глаз. С витамином С. Это средство корректирующее и выравнивающее текстуру кожи.
И сейчас я покажу вам новинки от Urban Decay. Это помады Vice. У меня 6 помад. Я уже мечтаю потестить остальные 94 оттенка, потому что 6 из них у меня сейчас в руке, а 94 где-то в Москве. Помада очень комфортная в носке и хорошо пигментирована. Еще нравится, что здесь необычные оттенки. Еще от Urban Decay у меня есть вот такая клевая палетка с румяшками, в создании которой принимала участие Гвен Стефани. Здесь 6 оттенков. Румяна, конечно, очень клевые, хорошо растушевываются и отлично пигментированы здесь под любой мейкап. Потому что 6 оттенков, сами понимаете, разгуляйся. Теперь перейдем к крутецким подводкам от NYX. У меня 4 оттенка. Оранжевая подводка, красно-розовая подводка, салатовая, знаете, такая желто-салатовая подводка и синяя. Сейчас в моде стрелки разных оттенков. Необычные стрелки, цветные стрелки. Этот тренд как раз-таки, мне кажется, создали блогеры и... Быстро NYX все это подхватил. Вообще NYX молодцы, у них косметика недорогая и плюс ко всему всегда какая-то ультрамодная. Я тоже мечтаю, чтобы в Казахстане открыли магазин с профессиональной косметикой от NYX, потому что когда я была в Москве, это было просто грандиозно, сколько у них всего. И по таким доступным ценам, что нам даже и не снилось. И у меня в руках две баночки с глиттером. Это блесточки от фирмы NYX. Нужно, конечно, знать, как правильно сделать макияж, потому что я вначале начала экспериментировать, у меня не очень получилось. Но я буду пробовать и постараюсь создать что-то ультрамодное. Этот глиттер очень мелкого помола, идеальный для макияжа. Я видела, что его наносят и на брови, и на волосы, я уже об этом говорила. И на губы. И от NYX у меня 3 классные румяна Амбре. Посмотрите, какие они клевые. В розовом, персиковом и в коричневом оттенке. Они супер пигментированы. Их нужно совсем немножечко на кисточку, чтобы сделать макияж. Потому что я по привычке взяла вот так на кисть. Бах, на щеки. У меня как матрешка. Но настолько они пигментированы. Просто вау. Когда я была в Москве, со мной снова связалась компания Ирушка и подарили мне крутецкие сыворотки, которыми я пользовалась примерно 2 года назад. Это сыворотки для лица. Реально очень крутые, натуральный состав. Это 2 сыворотки для лица, это сыворотка для глаз. У них достойные продукты, радует, что производят в России эти средства. И также первый раз я буду пробовать молочко очищающее и эмульсию от фирмы Ирушка. Кто не слышал об этом бренде, обязательно почитайте. Не буду перегружать вас косметикой, на самом деле у меня очень много новинок, но я решила, знаете, показать самые такие топовые продукты, так сказать, горячие пирожки. И я надеюсь, вам понравилось это видео, было хоть капельку информативным и познавательным. Как вы заметили, на своем канале я стараюсь разбавлять контент, снимаю и про косметику, и про прически, и про бытовуху, болтовня, готовка и так далее. И я надеюсь, вам это нравится. Кому не нравится, там одного рода видео могут их пропускать, смотреть другого рода видео. Ну что, всем спасибо за просмотр. Пока-пока.